Ольга, какие сериалы вы любите смотреть? Кстати, сейчас впервые в жизни появилось время для сериалов. Я вторую неделю прохожу очень серьезное лечение. И, кстати, сегодня сбежала к вам, реально сбежала с утра из больницы. И не буду о грустном, я просто к тому, что со мной даже врач приехал для того, чтобы следить за моим состоянием. Мне ничего и ничто никогда не помешает находиться рядом с моей командой, с моей семьей, с моими друзьями, с моими людьми. Поэтому, несмотря на состояние, настоящий артист должен присутствовать всегда на площадке, особенно когда с каждым эфиром все сложнее и сложнее выбирать зрителю, и все больше и больше нуждаются наши ребята в нашей поддержке. А вы знаете, словом можно всегда поддержать, но нет ничего важнее физического присутствия в принципе в жизни. Это я по поводу сериала. Камешек в чей огород? Вы что, где я и где камушки? Вы о чем? Увидите, я вот это только хотел сказать, какие вы москвичи слабенькие, хворенькие такие. Но видите, разные бывают. Какие камушки? Вот я играю только по крупному. Камушки, я не знаю, у кого тут вы камушки. Кремень, а не женщина. Титановая какая-то просто. Ну, давайте поаплодируем Оленьке. Ольга сумасшедшая сила воли. Сила воли, как раз да, сегодня. Оленька, ты должна сегодня держать баланс, потому что нашу судейскую лодку кренит влево, понимаешь? Все в балансе. Я на самом деле знаю, Ольга, почему Соседова house, нет. Все в балансе. Я знаю, почему Соседова нет. Я тоже догадываюсь. Это публичная версия, что он там заболелся. Я знаю истинную версию, я подожду, может, какие-то другие правила. Я озвучу. Ты сейчас, да? Не озвучу, все прекрасно знают эту истинную версию под названием «Бумеранг». Так вот, про сериалы, да, хочется поговорить? Нет, это юмор черный. Мы сегодня, я тоже, у меня роль. Оленька, давайте просто пожелаем здоровья. Конечно. На самом деле, это самое главное в нашей жизни.